Thank you.
надо забрать сокровища и уйти. Если афинским солдатам не платить, они поумерят пыл. Huh.
бандитам! Сдохни! Спасибо.
Что тебе нужно? И кто ты? Я та, кто заберет у тебя табличку. Отдай мне табличку, или я не уйду. В этой войне нет победителей, но есть возможности. Не хочешь попробовать договориться? Табличка моя. И не мечтай. Значит, заплатит только одному из нас. Ты сдохнешь! Что это? Письмо. Табличка нужна Герканосу, а не Афининам. Мне нужно вернуть табличку командиру. Ты нашла труса, что сделал это? Да. Он искупил свою вину кровью. Лишь бы искупил. Табличка у тебя? Thank you.
Παρόσε, μη πόρο αποστείλεις με. Υπέθρους επικίνδυνος εστί. Συμμορία επακριβώς.
Сами боги хранят тебя. Тебе здорово не повезло. Θεέ μου.
Чем могу помочь? Если тебе что-то нужно, дай знать. Передумала? Ты готова найти и убить Герканоса? Хорошо. Если он так опасен, награда должна быть достойной. О да. Представь, сколько Афины заплатили ему, чтобы он помешал нашим планам. Пожалуй, ты прав. Знаешь, где его искать? Он может быть где угодно, но, скорее всего, недалеко от Афинин. Мы отправили дозорных, но они не вернулись. А у нас сейчас каждый воин на счету. Иногда наемница может быть полезней.
Вот как выглядит война. В историях она другая. Хорошего тебе дня. Старику на еду. Тебе нужнее. Вот, возьми. Это щедрый дар. Спасибо. Как твое имя, незнакомка? Я посланница Зевса. Но можешь звать меня Кассандрой. А ты? Просто нищий. Я прибыл из Персии, чтобы увидеть красоты Греции. Я многое могу, но не в силах вернуть тебе зрение. Я и не прошу. Слепота — ноша, возложенная на меня богами. Я смирился. Что тогда? Смотри за меня. В детстве один афинянин рассказывал мне чудесные истории о Греции. Я снова хочу их услышать. Отправляйся туда, где я мечтал побывать, а потом расскажи мне о своих странствиях. Я плохой рассказчик, но я буду твоими глазами. Верно, я почувствовал в тебе доброту. Старый перс тебе очень благодарен. Пока рано. Какие места ты хотел увидеть? Больше всего я любил истории об Акрокоринфе, статуях Зевса и Афины, бронзовой птице Аркадии и, конечно, о таинственной горе Тайгет. Что ты помнишь об этой бронзовой птице в Аркадии? Эта птица, сделанная из доспехов, выступает из скалы, взирая на Стимфальское озеро и поля, струящиеся волнами Золотого моря по всей Аркадии. Ты сказал, гора Тайгет, верно? Похоже, ты знаешь. Я слыхал о ее аппетите. Говорят, гора питается страданиями спартанцев. Поэтому люди приносят ей в жертву собственных детей.
Это... не совсем так. Акрокоринф? Дай угадаю. Это в Коринфе? Так и есть. Это самый знаменитый храм Афродиты. Вашей богини всех простых радостей жизни. В Греции много статуй Афины. О какой идет речь? Для меня только одна. История начиналась так. За холмами нам открылся город, где кипела жизнь, и Афина взирала сверху прямо на нас. Итак, расскажи мне о статуе Зевса. Этот колосс был готов покарать Кефалинию. Так мне рассказывали. Я смотрела на Кефалинию со статуей Зевса. Скажи, там правда очень красиво. Да, это красивые земли. Статуя Зевса смотрит на белые пляжи и покрытые зеленью горы. Но жители страдают из-за войны. А, так мне и рассказывали. Боги благословили землю, но отвернулись от людей. Это жестоко даже для богов, Мисте. Так, я тебе все рассказала. Теперь расскажи о себе. Что привело сюда персов? Персия и Греция словно два разных мира. Когда Греция процветает, в Персии настает темное время. А когда вас терзают внутренние распри... В Персии мир? Верно. Мой народ процветал после смерти царя Ксеркса. Все, кроме меня. Меня пытались отравить. Так я и лишился зрения. Я бежал и оказался здесь. Трудно поверить, что кто-то хочет твоей смерти. Ты так добра. Расскажи историю, а я расскажу о себе. Я вернусь и все тебе расскажу. Возвращайся после каждого путешествия. Этот папирус такой старый. Мог ли его написать Фемистокл? Тебе могут пригодиться мои навыки? Я потерял еще троих пациентов. Семью. Спартанцы дрались с афининами, а пострадали они. Эта война должна прекратиться.
Торены еще не утолили жажду крови. Ты тоже воин. Может быть, тебе удастся заставить их уйти отсюда? Например, лишив их еды или оружия. И кораблей. Так я должна потопить Афинский флот. Именно так. Уничтожь все корабли. Дело непростое, но я справлюсь. Спасибо, Мисти. Мне пора идти. Если заметят, мне не сдобровать. Это лагерь Гирканоса. Я слежу за тобой.